Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Живи и Радуйся. И сегодня у меня день рождения, поэтому принимаю поздравления. Но так как обстоятельства у меня сложились так, что я практически в одиночестве в Мюнхене, то музей. Я это дело очень люблю, мне нравится. Смотрите, какой интересный вход в музей. Иду я сегодня в музей. Египетская выставка. Вот. Во-первых, люблю раскопки, во-вторых, люблю всякие вот такие вот находочки интересные. Ну и, конечно же, не могла отказаться от такого удовольствия. Оказалось, это самый дешевый музей после бесплатного музея. Вот, стоит всего вход 1 евро. И 1 евро, если хочешь такой вот медиа-планшетик, там, где говорят на английском, либо на немецком, выбираете язык. К сожалению, русского, как всегда, в музеях нету. Вот. Музеи приглашают детишек и одевают их тематически, чтобы их заинтересовать. Вообще людей довольно-таки много. То ли то, что похолодало на улице, то ли то, что дешевый билет. Везде есть интерактивные столы, где можно прочитать информацию и прокрутить колесо времени, видимо. Когда была я в Египте, в Луксоре, то тоже очень много интересно рассказывали. Вот здесь вот каждая вот это вот значок, это буква. Там, допустим, нам приводили пример, что слово Аня, там это буква А, это водичка, Н это птичка и так далее. Так интересно рассказывал с акцентом мужичок. Это гробница зловещая. И там двух человек, видимо. Может, и нет. Каждый экземпляр уникален, но в то же время каждый экземпляр очень однообразный. Везде эти вот сфинксы, везде императоры. Смотрите, как интересно, какие интересные статуйки. Что они обозначают, но все сделано из железа, но вот этот вот кот сделан из соломы и еще чего-то. Как он сохранился до наших дней, совсем непонятно. И вот такие маленькие, малюсенькие такие совсем статуечки. Голова крокодила, который плавал в Ниле. Такие шкатулочки. И вот такие вот жучки скарабеи. Знаю, что если жучки такие без лапок и крылышки не расправлены, то их ложат именно такие, они погребальные считаются. И опасно их держать там в виде кулончика или дома просто держать. Приносит несчастье. Здесь нарисовано, где были какие-то правящие династии. Вот, допустим, в Луксоре очень большой комплекс исторический. Я там была, очень интересно. Как в Карнаке была, там карнакский храм разрушенный и карнакские могилы, по-моему, что-то такое. Вот, и по всему Египту, видите, всего-всего-всего по течению реки Нил. Александрия, Каире. Будет говорить моя одна знакомая: бусики, трусики, что еще для девушки надо, для девочки надо. Так и в те времена женщины себя украшали бусиками и различными украшениями.
всяческие бусины, колечки различного размера и цвета из разного камня. В Египте и сейчас процветают вот эти вот всякие ремесленные, из камня делают всякие вот подстаринные изделия. Вот, и продают уже просто как сувенирную продукцию. Статуя богини Исис. Интересная с ней история связана. Вот одна часть, нижняя, была найдена в одной комнате. Через 2 года в другой комнате была найдена вторая часть. И третья часть, вот плечо и чуть-чуть руки, была найдена вообще через некоторое время в абсолютно другом месте. Вот, а голова была утеряна. Так ее и не нашли. Друзья мои, думала, выставка закончилась. Я тут заглянула за закоулочек, и вуаля, вот такая красота. Не пропустите, я и говорю, что здание очень интересное, очень необычное по конструкции. Комнаток много. Ну, комнатки такие огромные, но они как-то вот расположены, как-то спрятаны. Ух, какова красота. Вот интересно, эти многие десятки метров, может даже километров папируса кто-то перевел или нет. Хоть смысл какой-то понятен этого или нет. А может, вы знаете перевод, пишите. Итак, что я хочу сказать по поводу этой выставки. Выставка очень интересная, само здание по себе очень интересно, не в нашем классическом понимании выставки, или не такие здания, как у нас, абсолютно строгие, абсолютно какие-то необычные, очень много пространства. Короче, интересная выставка, мне понравилась, так что и вам советую. Пока-пока, подписывайтесь на канал и поставьте лайк, мне будет приятно.